Роллы, масло, колбасы, консервы, гигиенические наборы для младенцев, одежда. В волонтерском центре «Софии» каждый, кто бежал от российской агрессии, может получить все необходимое. Основатель хаба – украинка Елена Коцева, которая более 20 лет живет в Болгарии. Еще в 2014-м, когда Россия оккупировала часть Донецкой и Луганской областей и аннексировала Крым, Елена занималась волонтерством. Сегодня за счет пожертвований болгар помогает семьям, которые покинули Украину после полномасштабного вторжения. Я дуже щиро вдячна всім болгарам. Я очень искренне благодарна всем болгарам, которые нам помогают все эти месяцы. Мы прожили год и 3 месяца, у нас есть деньги. Мы отправили в Украину 69 тонн гуманитарной помощи. Мы оказали помощь 28 600 украинским беженцам, которые находятся на территории Болгарии. Болгары восхищаются силой и мужеством украинцев. Болгары помогают украинским беженцам, чем могут, рассказывают в волонтерском центре. Кто-то приносит деньги, кто-то продукты, кто-то бесплатно поселяет у себя украинцев. А местные производители часто или продают центру продукты со скидкой, или отдают бесплатно. Все принесли колбасу. Это принесли колбасу. Это мы покупаем колбасу для украинцев. Это владелец производства. Делает лучшие колбасы в Болгарии, и мы их раздаем украинцам. Часто за помощью в центр «Мать Украина» обращаются беженцы из оккупированных российскими войсками территорий. Александр в октябре 2022-го уехал из Новой Каховки во время проведения так называемого референдума, когда оккупационные власти усилили репрессии. Мужчина бежал из Херсонской области через Крым. На полуострове Александру пришлось пройти фильтрацию. Семья настояла уже, потому что и жить там было уже невозможно, просто-напросто из-за абсолютных... каждодневных, везде репрессии, на каждом блокпостах. И поэтому людей забирают просто. Понравился, не понравился. А если там что-то у тебя найдут в телефоне или что-то украинская атрибутика будет, не дай бог, какая-то или что, и можешь пропасть очень надолго. Ходят по квартирам, многие селятся, живут. Ну и когда выезжают, естественно, все выносят. Все, что можно. Светлана уже во второй раз бежит от российской агрессии. Впервые семья женщины переехала из Донецка в 2014 году в Киев, а после в Ирпень. В марте 2022-го Светлане вновь пришлось бежать от российских танков. Теперь уже за границу. Думали, что это все закончится, поэтому дотянули до 3 марта, когда уже были взрывы, когда все это мы видели. У нас 3 детей. Вот, и плюс у сестры тоже 3 детей, плюс родители. Ой, говорила, что тяжелая тема. Было на самом деле страшно. Уже были разрушенные здания. Когда мы ехали, над нами летали российские вертолеты. Ну, чудом мы выехали. Волонтеры, сотрудники центра тоже родом из пострадавших от российской военной агрессии регионов. Евгения из Бучи рассказывает, что в первый день полномасштабной войны была с семьей за границей. Квартира женщины частично сгорела. В полупустом доме поселились российские оккупанты. Семейная пара пенсионеров. Семейная пара пенсионеров. Им, по-видимому, некуда было уезжать, и они оставались в доме. Первые дни было попадание неподалеку и выбило стекла в квартирах у многих. И они с цокольного этажа, где они отсиживались, поднялись заклеить окна. Это я знаю из рассказа соседей. Мужчина стоял у окна, и российский снайпер его убил выстрелом в голову. Потом им в квартиру прилетел еще снаряд. Женщине оторвало голову, и они лежали всю оккупацию в квартире. А вот Екатерина пережила на себе весь ужас атак российской армии на Мариуполь. Она с мужем и маленьким ребенком чудом спаслась во время обстрелов. Я не знала, что дома умеют так слаживаться. Просто, что дом может сложиться. То, что у нас этот, который гуляла по всему интернету, этот дом, 9-этажка, осталась одна стена. Даже если бы я была в подвале, нас бы вообще ничего не спасло бы. От слова совсем ничего не спасло бы. Украинцы, которые бежали в Болгарию от войны, ждут скорой победы ВСУ. У всех одна мечта – скорее вернуться домой. Из всех моих знакомых, которые переехали, все хотят вернуться домой. А не могу сказать, что... плохо там или плохо относятся или еще что-то, но дома лучше. Прямо сейчас хочу.
честно говоря, прямо сейчас хочу. У нас все осталось, я вот на одной машине выехал и все. Ну, я верю в наши силы, верю в нашу армию, то, что скоро мы все будем дома. Лариса Зубенко, Виктор Головко из Болгарии для телеканала Freedom.